Тяжелый танк КВ, названный в честь советского маршала Климента Ворошилова, машина легендарная. Сперва он победил в конкурентной борьбе с опытными многобашенными образцами. Затем оставил на поле битвы немало дымящихся танков вермахта. Ну а сейчас КВ уверенно сражаются на полях War Thunder, играя ту же роль, для которой и были созданы. Это танки первой линии атаки и обороны, бронированные исполины прорыва. Работая над совершенствованием КВ, инженеры успели создать множество модификаций, последние из которых увидели конец войны. Впрочем, обо всем по порядку. Первым в семействе стал КВ-1 с пушкой Л-11. Для боевого рейтинга 3,7 он защищен вполне внушительной броней. Куда ни посмотришь, почти везде нас встречает 75 мм стали, разве что в корме корпуса немного меньше. Но не обошлось и без отдельных уязвимых мест. Пулемет стрелка-радиста защищен всего 45 мм брони. Правда, попасть туда не так-то просто. Под прямым углом танк можно уничтожить и в бортовую проекцию, а иногда даже в лоб. Спасительными наклонами броня похвастать не может. Но простые формы намекают на ромбование. Под небольшим углом машина превращается почти что в непробиваемую крепость. Причем далеко не медлительную. 600-сильный дизель даже на пересеченной местности позволяет не слишком отставать от средних танков. Действительно слабая сторона КВ — вооружение. Каждый его выстрел может стать фатальным, если только удастся пробить вражескую броню. А вот с этим определенно есть проблемы. КВ-1Э на боевом рейтинге 4.0 — одна из ранних модификаций танка. Конструкторы установили экраны, усиливающие броню корпуса в некоторых проекциях до 100 мм и башни до 105. Также добавилось новое орудие и снаряд с более совершенным взрывателем. Но огневая мощь все еще оставалась не слишком высокой, особенно с учетом возросшего боевого рейтинга. В этом свете особого внимания заслуживает модель КВ с пушкой ЗИС-5. Помимо улучшенных показателей бронепробиваемости, ее боекомплект пополнился парой новых снарядов для особенно защищенных целей — подкалиберным и сплошным бронебойным. А еще этот танк оснастили новой башней с 90-миллиметровой броней, так что на боевом рейтинге 4.3 он чувствует себя вполне уверенно. Ненадолго перенесемся в немецкую премиумную ветку, где нас встречает пара трофейных машин, оказавшихся на службе стран ОСИ. КВ-1Б — защищенная экранами машина с боевым рейтингом 4.0, в свое время попавшая в распоряжение армии Финляндии. КВ-1Б-756Р — модель на службе вермахта с литой башней и боевым рейтингом 4.7. Немцы основательно поработали над ее огневой мощью, установив длинноствольную 75-миллиметровую пушку КВК-40Л-48, как у поздних «Панцер-4». Кроме того, танк получил новую командирскую башенку немецкого типа для лучшего обзора. А с нами снова советская ветка. Первой значительной переработкой знаменитого танка стал КВ-1С. Буква «С» в названии значит «скоростной» и неспроста. Машина получила новую коробку передач, а благодаря кропотливой работе инженеров еще и сбросила несколько тонн, при этом лишь немного потеряв в броне. Завидная подвижность, защита и новая пушка ЗИС-5 — убийственное сочетание, позволяющее проводить и стремительные атаки, и коварные фланговые маневры. А серия продолжала развиваться по пути дальнейшего наращивания огневой мощи. Следующую модель вы мигом узнаете даже по силуэту.
Конечно, это КВ-2 с его грозной 152-миллиметровой гаубицей в огромной квадратной башне. Его орудие представляет нешуточную угрозу даже для поздних ОБТ. Взрыв фугаса под днищем или на крыше корпуса грозит им незамедлительной путевкой в ангар. Не обошлось и без премиум-версий. В советской ветке эта модель образца 1940 года. В более приземистой и чуть лучше защищенной башне вдобавок нашлось место для пулемета, чем не мог похвастать обычный КВ-2. Похожая машина есть и у немцев. Трофейный КВ-2-754Р, также получивший от вермахта новую командирскую башенку. Далее последовала попытка установить в огромную башню танка не гаубицу, а длинноствольную 107-миллиметровую пушку ЗИС-6. Пусть она и не слишком скорострельна, зато одного попадания хватит большинству противников на этом ранге. И последний серийный Клим Ворошилов — КВ-85 на боевом рейтинге 5.0. В этой версии он получил новую башню вместе с вооружением — скорострельной пушкой Д-5Т, такие же, как и у тяжелого танка ИС. А это и солидные показатели пробития, и превосходный набор снарядов. Слабая сторона 85-ки — броня. Танк создавался на основе КВ-1С и на своем ранге сильно страдает от зубастых соперников. Хотя в ромбе по-прежнему способен отбить пару-тройку выстрелов. Но на КВ-85 семейство еще не заканчивается. Акционный КВ-220 — редкая экспериментальная машина, которая делит боевой рейтинг 5.7 с «Тиграми» и «Пантерами». И даже они не всегда способны пробить круговое 100-миллиметровое бронирование. К тому же, это еще один Ворошилов с 85-миллиметровым калибром. Подобного сочетания хватит, чтобы чувствовать себя уверенно в самой гуще сражения. Наконец, КВ-122 — еще один опытный образец, в котором конструкторы попытались скрестить преимущества серии КВ и танка ИС-2. Получившаяся модель вооружена пушкой Д-25Т, хорошо знакомой любителям советской бронетехники, мощными выстрелами и долгой перезарядкой. У этой машины нет проблем с пробитием противников, но всего одна ошибка может стоить жизни. Ее броня слабовата для своего боевого рейтинга, а низкие подвижность и скорострельность располагают к особой осторожности. Не забудем и о родственниках семейства КВ. Это Су-152, самоходная установка на базе танка КВ-1С, оснащенная 152-миллиметровой пушкой-гаубицей, и премиумный тяжелый танк СМК, он же Сергей Миронович Киров, дедушка всех КВ. Его корпус напоминает о Ворошиловых, но вот башен целых две. Он стал одним из последних с многобашенной компоновкой. Тяжелая, неповоротливая машина с неплохой броней и парой пушек калибром 76 и 45 мм. Огромная масса машины и неестественно длинный корпус — недостатки, характерные для многобашенных танков как класса. В сравнении с ними тяжелый танк с одной башни стал настоящим прорывом. И это был КВ-1. С которого мы и начали наш сегодняшний рассказ.